Спортивный ликбез провели сегодня участницы конкурса «Мисс Екатеринбург». Дмитрий Егоркин попросил их популярно объяснить, в чем заключается суть того или иного вида спорта. Очередное испытание в номинации «Мисс Репортер» вашему вниманию. Проект «Мисс Репортер» представляет генеральный спонсор 15-го юбилейного общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург-2012» торгово-развлекательный центр «Гринвич». Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Итак, сегодня очередная серия проекта «Мисс Репортер», и этот выпуск спортивный, так же, как и основная тематика конкурса «Мисс Екатеринбург» в этом году. Итак, сегодня вы будете не просто репортерами, а ведущими спортивной передачи. Вам необходимо будет рассказать об одном из видов спорта. Это будет кёрлинг, гольф, бобслей, гандбол и регби. Бобслей – это зимний вид спорта, которые участвуют в Олимпийских играх. Сани идут по очень крутым трассам с очень большой скоростью. Чем больше скорость наберешь, тем и лучше. Гольф – один из древнейших видов спорта. Просто забивать мяч в лунку. Да, но она моё, я сама лично как бы не видела, не знаю. Сегодня я вам расскажу о кёрлинге. Суть игры в том, чтобы их снаряд команды, который называют камень, проскользил как можно дальше, чем у другой команды. Гандбол. Для начала я расскажу, в общем, что это за игра, а затем правила, в общем, которых я не знаю. Пытается забить руками мяч сопернику в ворота. Обычно это происходит с характерным прыжком. Играют в регби также две команды мячом, но только овальным. Участники команды имеют право играть руками и ногами, но при этом передают пас только назад. И все-таки нужно выбрать лучшую из вас. Мне больше всего понравились ответы Марины про регби и Ольги про бобслей. И все-таки про бобслей я услышал больше полезной информации. Поэтому сегодня, Ольга, вы награждаетесь вот таким презентом от нашей телекомпании и приглашением к нам в студию на экскурсию. Поздравляю. Это был проект «Мисс Репортер». Очередная серия завтра в это же время на нашем телеканале. Всего доброго, до встречи.